Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Вот сегодня мы собрались смочить жабры с пацанами. Едем на Уфимочку. Хотелось бы проверить, как работает камера. Также установка, ее мы вперед установили. Посмотрим сегодня. Фонарь новый проверим, который с Алиэкспресса заказали. Как светит. Видео вы все увидите. Так, температура у нас минус 17,5. Сейчас будем переодеваться. Сколько минус? Минус 20. Минус 20. Да. Смотри. Ружье прилипло, пока шел. Ну, нормально. Кстати. Давай показывай. Спасибо Рене за ружье. Ну. Шикарное ружье, вообще бьет точно. Отличное ружье. Ни одного промаха вообще не было у меня. Вот. А и вас посоветовал, я прислушался, да, к его мнению. Ну, да, стрелял я из 2 метров, из 1,5 и притык, то есть. Все четко бьет вообще. Четко бьет, хорошее ружье. Да, шикарное ружье. Надо будет такое взять. Единственное, тебе катушку надо сделать. Бля, мороз, капец, у меня все прилипло. Сейчас, подожди, Рен, лети на него. Сейчас. О, прикинь, не уходит груза. Я бы, Рен, еще честно поплавал. Но вы уже долго и так меня ждете. Рене, респект. Дай-ка, Рен, тебе покажу. Рена, спасибо тебе за ружье. Пожалуйста, пожалуйста. Вот нашу рыбу. Вот шикарики. Наш улов тоже покажи. Ты что? Вы что, взяли что-нибудь? Нет. Вообще ничего? Взяли? Ну так, ерунда.
все, что видели. Я сюда как, короче, упустил. Гребешок попал, бля. Не знаю, хороший. Я судачков, кстати, много видел. Я на Адмир в семерке. Пусти. Просто охренел. Реально в семерке плавал, минус 20, мужик. Ну, с одной стороны, хорошо, хоть мне ружье досталось тогда. Ну, 2 часа отплавал так-то, нормально. В этот раз снимал я чуть по другому ракурсу. Я думаю, намного лучше съемка будет. Интересных много моментов. Ну, вот так. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем добра, друзья. Минус 20! Комбат-сила! Комбат-сила!